себя, поднимаю себя. И вот это вот «я поднимаю себя», то, что «аллилуйя», да, в переводе с иврита, на котором все наши световые ДНК написаны, как, так же, как и санскрит, и иврит, эти языки знает геном человека, геном Земли, он помнит, потому что это дано для всего человечества, для каждой души, чтобы развивалось именно в этих частотах творчества. Так я понимаю, что вы все творческие люди, и здесь тонкость, что когда-то мы увлекаемся вот, внешним, да, и это идет поглощение энергии нашей, жизненной энергии, которая совсем предназначена для того, чтобы мы питали свои земные корни здесь. И что мы здесь на земле, вот это слово, счастливые стали, вот полноправные, полноценные, наполненные вот этим ресурсом, который дан нам изначально. Мы все единственные. Вот в биологическом мы уже знаем, да, капиллярные линии, там голос, почерк, не повторим. Родные мои, в этом энергетическом, хотите сказать духовном, хотите божественном, то же самое. Когда я единственная из множества, а не одна из многих. И вот это осознание, оно дает это соединение и уверенность, не ярмарочную на показ, а очень сильную, вот непоколебимую, тогда это я слушаю свою вот эту силу и выхожу из вирусных программ, когда обезличивание, унижение личности, обезличивание, или там оттуда, да, культ личности, да, какие весы эти, вот. А мой лик, вот мой лик проявляется вот как кристаллик. А мы все имеем кристаллическую структуру, да, ДНК наша имеет кристаллическую структуру, это знаете. И когда вот, вот этот лучик из священного центра, сердца живого, он касается, вот это, вы начинаете, кстати, всеми гранями своими сиять. И это ничего извне не берет. А наоборот, это изнутри наружу вас раскрывает, раскрывает ваши поля, ваши возможности, потому что это же приемник, да, мы приемник передатчик, нам передают, а у нас приемник там поврежден, да, там электропроводка сгорела, там что-то такое. И вот эта сила регенерации, сила регенерации, которая из живого сердца идет, она восстанавливает все утраченные, там, запачканные, поломанные частички, и мы соединяем себя с собою и раскрываем из этого центра десятки, да, вот это яблочко, я говорю, яблочко, которое Ева съела, да, вот мы доедаем, да, мы на ремонтно-наладочных работах, это, потому что там произошла разгерметизация поля. А чтобы сделать герметично, да, то есть как околоплодные воды матери, чтобы наш организм, как ребеночек, развивался уже в этой системе безопасности, и мы перешли, знаешь, из сознания выживания, да, в сознание жизнестойкости, что у нас есть этот иммунитет к разным видам, штаммам, вирусам, ложным коронам, и все. Это все человечество сейчас тестируется на вот это уважение к самой жизни, самой силе жизни в нас. И мы это все живое. И когда я живая, я настоящая, я здесь существую, полностью нахожусь, да, вот это моя световая моя вся суть находится здесь, на земле, и я наполняюсь из этого источника, как в русской сказке, не пей из копытцев, козленочком станешь, ты из чистого источника. И вот эта красота творения, что вот этот чистый источник находится у нас в живом сердце.